Ребят, кто ел вот такие вот конфеты, да, знаете, внутри их находится водочка, он крепенькие такие достаточно конфетки с орешками, вкусные. Ну, полезный совет, можно вот так вот на обед перекусить, и получится у вас вот такие капсулы. Они очень тонкие, вот, чуть заденешь, но... И в них находится водочка. Вот прикиньте, по 20 грамм. Если вот такую дозу схлопать, ну, в смысле, на обед съесть вот эти, а оставить на конец рабочего дня вот эти, блин, уверяю вас, оно так шибанет по голове. Там получится, ну, 10 конфеточек, уже соточка, прикиньте, да? Обалдеть. 20 штук съел, 200 грамм накатил и домой. Блин, кайфули. Ля-ля-ля.